Куда уходят миллиарды? Только на Прикарпатье. В прошлом году служба автомобильных дорог закатала в асфальт официально более 1 миллиарда гривен. Но, как выяснилось, большинство автомагистралей снова требуют ремонта. О дорожном решете наши корреспонденты. Кривопильский перевал – один из самых высоких и сложных для проезда в Карпатах. Ежегодно здесь десятки аварий и зачастую из-за плохой дороги. В 2015-м ее капитально отремонтировали. На 1,5 километра покрытия потратили почти 3 миллиона гривен. Но, говорят местные, не прошло и полгода, как дорога начала расползаться. Наши жахливые, аварийный участок. Гроши частково пошли на дорогу, наверх. Обычно выборы у нас осенью. Вот перед осенью делали. То, что там угол постоянно обрывается, то нужны какие-то более новые технологии, чтобы его как-то укрепить. Гарантийный срок эксплуатации этих дорог минимум 10 лет. Работы выполняла местная компания, которая за 2 прошедших года отремонтировала еще десятки таких же участков в Верховинском и Косовском районах, получив за это 80 миллионов гривен. Но там уже крошится асфальт и появляются ямы. Таких участков на недавно отремонтированной дороге как минимум 20. Их обнаружили специалисты госпредприятия «Дорт-центр», которые в марте мониторили техническое состояние трассы. Директор фирмы, выполнявший ремонт, заявляет, сделали то, что заказывал Івано-Франковський облавтодор. Там є дійсно сув ґрунту, і там треба будувати підпірну стінку. Я не можу бачити, що є під дорогою. Це не я мав бачити, це мала бачити служба автомобільних доріг, яка є замовником даної дороги. В облавтодорі коментувати ситуацію на камеру не горять желанням. Прислали лише письменний ответ, в якому утверждають, що всі обнаружені ями і дефекти на дорогах вже устранені. По-видимому, дорожники даже не рассчитывали на то, что их якобы выполненную работу могут попросту проверить. Даниил Снисер, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности телеканал Интер, Івано-Франковская область.